Сегодня у нас вынужденное внеплановое заседание комиссии, посвященное ситуации в Свердловской республике. Трагические события, произошедшие на Светлогорском ЦКК, стали главной темой обстоятельного разговора на внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуациям Светлогорского райисполкома. Вместе с обсуждением оперативных данных по ликвидации последствий аварии и проведения следственных мероприятий, члены комиссии заострили особое внимание на том, какие меры приняты для устранения возможных негативных последствий для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Подводя итог работы, комиссия отметила, что, безусловно, трагедия на Светлогорском ЦКК создала сложности, с которыми сейчас приходится разбираться компетентным органам. Это немножко